Всем доброго времени суток, мои дорогие любимые зрители, с вами Юранка. И сегодня я решил вновь рассказать вам, скажем так, о своем состоянии здоровья, о замене мне лекарств. Приблизительно около месяца назад мне заменили солонзапина на квинтиак. Сейчас я вам покажу, как все это выглядит. Сразу скажу, что я очень доволен тем, что мне заменили олонзапин, потому что я не просто резко перестал набирать вес, я также его потерял, и при этом я продолжаю есть все, что мне хочется и все, что мне нравится. То есть с самого первого момента, когда я захотел похудеть, я, конечно же, держался диеты, практически ничего не ел, голодал целыми днями напролет, но обращал внимание на то, что это никакого толку мне не дает. Совместно с приемом, конечно же, олонзапина. На что я обратился к своему психиатру, не у той, которой я наблюдаюсь, а у той, где я лежал в диспансере. Это было на улице 8 марта в Москве. Более подробный адрес, к сожалению, не помню, но по этой улице вы больницу найти легко сможете. Может быть, кто-то из вас там бывал. Мне заменили олонзапин на квинтиакс, на что я пожаловался, говорю, я набираю вес, я не знаю, что мне делать. То есть я с 60 килограмм набрал вес до 80 килограмм. Это я вам рассказывал в предыдущем ролике, рассказывал, уже показывал свой живот, это т.д. и т.п. Но сейчас, друзья, прогресс. После замены на квинтиакс я похудел. К несчастью, результат небольшой, всего лишь 3 килограмма, но я не держал никакой абсолютно диеты. То есть я ел вообще все наподряд. Я объедался, обжирался, все, что мне нравится. Просто ел, 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 ел. И в итоге все равно начал по чуть-чуть постепенно худеть. Ну что ж, давайте приступим к квинтиаксу. Я вам покажу его, как он выглядит. Где олонзапин у меня лежит, я уже, если честно, не помню. Я его потерял, но в предыдущем ролике, где вы видели, я, по-моему, там его показывал, как он выглядит. Вот так выглядит квинтиакс на 100 миллиграмм таблеточки. Фирма, такая вот маленькая зелененькая здесь надпись у нас, КРК. Квинтиакс написано на таблетке, покрытой пленочной оболочкой. Это, по-моему, как-то видно на камере, но, если честно, к сожалению, плоховато. И в самом низу здесь написано квинтиапин, 60 таблеток. Они могут быть вот в такой упаковке в 100 миллиграмм, могут быть вот в такой упаковке 200 миллиграмм, могут быть в упаковке еще 300 миллиграмм. Сейчас вам покажу разницу. У меня есть только одна из полосочек на 300 миллиграмм. Вот так вот выглядит на 200 миллиграмм. А вот так вот выглядит уже на 300 миллиграмм. То есть она длиннее. Соответственно, в ней гранулировка больше. Следующие идут, по-моему, 500 миллиграмм, если не ошибаюсь. А дальше вроде еще больше дозировки нет. Есть только меньше. Есть потом идет квинтиакс на 100... Нет, 100 уже сказали. 50 миллиграмм и 25 миллиграмм. И все. Дальше ниже уже нет. Что хочу сказать из плюсов данного препарата. Действие я, конечно, как и на лонзапине, никакого не ощутил. Но самое, что главное, я хоть немного, но сбросил все-таки пару-тройку килограмм, и я этому доволен. Также в квинтиаксе, как и в лонзапине, в побочных действиях, побочных эффектах есть набор веса, но он менее выражен, и, как правило, возникает довольно реже и не так часто, как у лонзапина. Что хотелось бы сказать также, друзья, по поводу своего состояния здоровья. Приблизительно 2 или 3 недели назад я ездил к психиатру. И мне вот выписали, значит, Адапресс. Я теперь принимаю вместо Паксила. Давай вспомним с тобой, как выглядел Паксил. Он выглядел вот так вот. Снизу, прям под ним, очень-очень маленькими буковками, вот здесь. Сейчас. Вот здесь написано Пароксетин. Мне его заменили, обращаю ваше внимание, что Паксил стоит 726 рублей, а Адапресс также написано на нем здесь более, ну, уже повидно, потому что он шрифт чуть побольше, написано Пароксетин, кто обратил внимание, под Адапресс. И стоит этот 632 рубля, то есть на 100 рублей дешевле, чем Паксил, хотя таблетки гранулировкой в Адапрессе 20 миллиграмм, в Паксиле 20 миллиграмм. Один и тот же действующий основной компонент, это пароксетин,
Да, пароксетин. Но почему я решил заменить антидепрессант? По причине того, что у Паксила имеется, как вам объяснить, такая неприятная вещь, как пониженная либидо. Те люди, которые хотя бы до 16 лет, скорее всего, может быть, даже не знают, что это за слово, это понижение желания, ну, грубо говоря, полового сношения и спаривания, или еще грубо выразимся, по понижению желания просто секса. Плюс ко всему от него также дополнительно от Паксила наблюдается это импотенция, из-за чего мне, вот я именно попросил лично сменить этот препарат. Импотенция, что еще там, проблема репродуктивной, если я правильно выражаюсь, репродуктивной функции в плане, скажем так, долго не происходит семяизвержение, и из-за этого ты просто, грубо говоря, устаешь и не можешь получить оргазм, не можешь получить наслаждение от полового акта. Как-то так. Я грубо, конечно, выразился, но вот это личные мои были причины, почему я решил отказаться от приема данного препарата. С Эдопрессом все не так плохо, конечно, получше. Я узнал, то есть повторно узнаем, есть ли побочный эффект в импотенции, но, по-моему, нету его. Сейчас посмотрим, да, чтобы вместе. Со стороны нервной системы сонливость, бессонница. Так, значит, мочеполовой системы. А, вот, расстройство эякуляции. Расстройство либидо, сука, здесь то же самое. Но, как мне сказали, что, по крайней мере, оно, типа, менее выражено. И в итоге, типа, за место Паксила это должно было все убрать. Хотя, на самом деле, если честно, данная проблема все равно имеет место быть. Но она не настолько сильна, как вот во время приема Паксила. Сказать хочу, что во время приема всех этих психотропных препаратов сексом заниматься можно, но сложно. Да, ребят, потому что более подробно не хочу описывать, но то, что я сказал, это неприятно, и с этим ты ничего поделать не сможешь. А совместно с этими препаратами типа Виагры и стимулирующие потенцию препараты и как это еще называется-то, грубо выразимся, короче, стояк, нельзя принимать такие препараты типа вука-вука и прочая хуета какая-то всякая разная, потому что антидепрессанты, транквилизаторы и успокоительные средства нервную систему замедляют тем, что они подавляют возбуждение организма. А этот препарат направлен на обратное, наоборот, для возбуждения организма, чтобы и была потенция. В итоге совместно эти препараты принимать нельзя. Поэтому во время лечения такими препаратами, ребят, скажем так, грубо выразимся, онанировать, мастурбировать тяжело и заниматься сексом тоже тяжело. Что хотелось бы сказать также по поводу своего здоровья? Ну, хочу сказать, что я себя чувствую лучше, но на людях до сих пор становится плохо. Я ездил в военкомат вчера, да. Еще мне являться второй раз 28 мая. Уже последний раз, когда я отвезу снимки. Это я вам уже расскажу про свое плоскостопие уже в другом ролике. Сейчас я решил просто рассказать про свое состояние, именно связанное с препаратами вот Адепреса, Квинтиакса и Депакинхрон. Прошу прощения. Депакинхрона, по-моему, я уже вам рассказывал. Это было довольно давно, когда я еще тогда и Паксил этот принимал, и Атаракс. Не помню, про Атаракс вам рассказывал. Этот Эглонил Белупа еще, и просто Эглонил был. В общем, что я сейчас в данный момент принимаю? Адепрес одну таблетку утром. Квинтиакс 100 миллиграмм. Так, Адепрес одну таблетку утром, она 20 миллиграмм. Квинтиакс 100 миллиграмм по одной таблетке 3 раза в день. И Депакин Хрона, гранулировка 500 миллиграмм, пол таблетки утром и пол таблетки вечером. Оно для восстановления настроения, когда просто мне отменили Депакинхрона, у меня почему-то настроение ухудшилось довольно сильно.
Поэтому сейчас я начал морфи принимать, и настроение восстановилось. Это радует. Так, значит, что я принимаю? Я перечислил, что хотелось бы сказать дальше по поводу замены препаратов. Чувствовать я себя начал лучше, вес немного сбросил. Единственное, что, как я уже сказал, на людях мне становится, к сожалению, вновь плохо. Я на общественном транспорте далеко добираться не могу. Приходится ехать в автомобиле, грубо говоря, потому что в общественном транспорте становится довольно плохо. Среди большого количества скоплений людей, когда я был в военкомате, мне вновь сказали, что так как ты 4 года у нас не проходил комиссию, нужно еще раз пройти для записи, для бумажек. Мне тоже там было довольно плохо, потому что народу было очень много. Что по поводу курения? В тот момент, после того, как я закурил сигарету, мне становилось плохо. Даже во время приема этих препаратов, я не знаю, с чем это связано, что-то наподобие небольшой тошноты и какой-то появлялась какая-то тревога. Но так как у меня отвращение к сигаретам у организма выработалось, так как я не курил 2 недели, там около месяца, мне при вдыхании табачного дыма, при курении, я начинал задыхаться. То есть я чувствовал у горла отторжение появляется. Что-то типа как наподобие рвотного рефлекса, но не такое неприятное ощущение. Просто как будто ты прям чувствуешь, как вот дым проходит, и он как будто то ли горло расширяет, то ли наоборот сужает, и становится очень тяжело этот дым весь просто вдыхать, табачный. Собственно, из-за этого мне опять становится плохо. Если ничего не куришь, то чувствую себя довольно хорошо, ребят, хочу сказать. Вроде мне более-менее правильно подобрали таблетки, но в ушах у меня слышится звон. Я в военкомате тоже по этому поводу сказал. Мне сказали, что спросили, есть ли у вас заболевание центральной нервной системы. На что я ответил, говорю, да, у меня, говорю, довольно серьезное заболевание центральной нервной системы. И на что мне лор, ухо, горло, нос, ответил, что это из-за того, что проблема с ЦНС, то есть центральной нервной системой. Она сказала, если правильно подбирает психиатр препараты, то писк в ушах, звон должен пропадать. Он у меня 24 часа в сутки, ребята, не пропадает никогда. Если я громко слушаю музыку, у меня только звон усиливается, но потом практически сходит на нет, то сейчас, вот в данный момент, я до сих пор чувствую звон в своих ушах. Он слабенький, но слышится постоянно, абсолютно все время. И это довольно неприятно. Может быть, еще от таблеток какие-то побочные эффекты тоже срабатывают, хрен их знает. В общем, ребят, как хотелось бы подвести итоги. Если не курить, то честно, откровенно говорю, что я себя чувствую более-менее хорошо. Дома, в своем поселке, в своем селе, там и так далее. В своем родном месте, где я проживаю, я чувствую себя хорошо. Если еду в чужое место, не на автомобиле, на общественном транспорте, которым я уже очень давно не пользуюсь, то становится до сих пор плохо. Я не знаю, когда это пройдет, когда это вылечится. Вообще мне сказали, что у меня шизоаффективное расстройство хроническое, и, возможно, до конца жизни с таблеток слезть не смогу. Спросил я по поводу оформления инвалидности, на что мне ответили, что, во-первых, необходимо будет ездить в Химки постоянно, раз в 3 приблизительно месяца лежать в больнице и подтверждать инвалидность. Чтобы ее получить, необходимо, что при прохождении абсолютно поголовно каждого врача, нужно, чтобы все в заключении написали, что рекомендуется получение инвалидности для того, чтобы ее оформить. А с этого, друзья, с этой инвалидности от 3 до 5 тысяч рублей в месяц я буду получать. Я с майнинга получаю и то чуть больше. Поэтому это невыгодно, и тратить свои нервы, чтобы мне становилось плохо, приступы и лишний раз жрать таблетки наподобие феназепама, я не хочу. Поэтому я думаю, что, скорее всего, я делать этого не буду. Поэтому, друзья, ведите здоровый образ жизни, не курите, радуйтесь жизни. Не обращайте внимания на идиотов, тех, кто вас как-то всячески достает. И если вы с этим ничего не можете поделать, собственно, сообщайте высшей инстанции куда-нибудь, жалуйтесь, чтобы что-то сделали с обидчиками. Можете предпринимать самостоятельно действия в их отношении, но будьте осторожны, потому что это потом может быть чревато последствиями, такими как доставление в полицейский участок, разборки и все-все прочее. Поэтому, если вдруг кто-то вас доканывает, достает, куда-нибудь кому-нибудь говорите, что-нибудь предпринимайте, ни в коем случае не терпите, потому что иначе вы станете таким же, как я.
Как бы это досадно не звучало, и будет, ребята, вам очень-очень нелегко, потому что я практически ежедневно сталкиваюсь со своей болезнью, я с ней борюсь, и иногда у меня аппетита практически нет, и мне есть очень тяжело порой. То есть у меня появляется тошнота, но так как я к ней привык, мне уже наплевать на нее абсолютно. Но она не пропадает. Пока не ляжешь спать, или пока эта пища не переварится часа от 2 до 4 часов, пока это не переварится и не уйдет в кишечник, состояние не нормализуется и будет до сих пор тревога. Что-то схожее с булимией, но, скажем так, я, слава богу, рвоту не вызываю и не собираюсь ее вызывать, потому что у пищи должен быть естественный обмен полезными бактериями и веществами с организмом, а не естественный вызов рвоты, и чтобы пища выходила из тебя таким вот образом. Поэтому, дорогие друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ступайте в ВКонтакте, рассказывайте друзьям, комментируйте. Скорее всего, в следующем ролике, может быть, прямо вслед за этим я запишу и расскажу вам о том, как я съездил в военкомат, что мне там сказали, как я прошел врачей, какое было заключение, что мне необходимо делать дальше, и сразу в преддверии этого следующего ролика расскажу, что меня не берут в армию, и спустя небольшой промежуток времени, приблизительно через 1,5-2 месяца, я должен буду получить военный билет. Но это уже будет в следующий раз, поэтому до новых встреч, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, делитесь своим мнением, также можете высказываться в комментариях, если вдруг вас что-то гнетет, что-то вас достает, можете писать, я прочитаю обязательно, посмотрю, потому что мне тоже все это интересно. Мне интересно найти людей, у которых схожие заболевания, потому что я понимаю, что я не один, не одинок в этом мире, и мучаюсь, страдаю не только я, но есть люди, которые также мучаются, как и я. А самое, что радует, что есть люди, у которых даже хуже, чем у меня что-то, потому что есть люди, у которых нет рук, у которых нет ног. И им намного и гораздо сложнее, конечно, приходится, чем мне. Но, друзья, хоть у меня есть руки и ноги, к сожалению, я даже с этими параметрами являюсь нетрудоспособным, к огромному несчастью. Потому что даже в обычном каком-то магазине я не могу устроиться в обычный магазин работать, так как мне становится плохо. Так что всем до новых встреч, спасибо за просмотр. Увидимся на канале, в группе, в играх и новых роликах о моем здоровье. Всем до новых встреч, спасибо за просмотр и пока-пока. С вами был Юранка.